День физкультурника уходит корнями в конец 30-х годов, когда в Советском Союзе активно развивается массовый спорт. В те же годы в Москве зарождаются легендарные клубы «Динамо» и «Спартак». Традиция чествовать спортсменов сохранилась по сей день. В преддверии праздника глава Хакасии поздравил работников физической культуры. Среди награжденных – устьябаканский тренер-преподаватель по боксу Артем Литвинов. И в Устьябаканском районе начинается развитие очень хорошо. Бокс стал развиваться за последние годы и в республике. Ну, конечно, приятно и почетно получать грамоты такого уровня от таких людей. Это значит, твоя работа видима, твоя работа оценивается. Николай Свириденко посвятил спорту практически всю сознательную жизнь. В детстве он все время пропадал на футбольном поле, а позже сам стал тренировать юношеские сборные. Сегодня опытный специалист отвечает за организацию различных соревнований и чемпионатов на территории Хакасии. Спорт – это все, это эмоции, это здоровье, это общение. Если это командный вид спорта, это коллективизм. Вот сейчас строятся огромные спортивные комплексы в городе Абакане, ледовая арена в перспективе, в районах открываются футбольные поля, площадки ГТО, строятся стадионы. Аскар Тамонов, Руслан Шалгынов, РТС.